情分，顺不上去的甜言，全都不假，是给你问题的回答。你看那窗外樱花重飞扬，我做的双手不再放下，再也不怕，因为爱的人是你呀。我懂你和我未来太不同，那些你的好，偶尔解压地发发小脾气，也可爱的让人很不禁。不是我就这样毫不经意，一步步让你占据领地，所有美丽结局的童话，有你的地方就是天涯。再也不怕，决定爱的人是你呀。Чудик, почему ты до сих пор не ушел? Ты прав. Тебе уже давно 500 стукнуло. Перевидал много женщин. Какой ты видишь меня? Жадная богиня с отвратительным вкусом, которая постоянно ворчит. У меня было 7 или 8 парней, и ни с кем не вышло. Ты просто очередной из них. К тому же я родилась неудачницей. Забей и уходи. Спрячься далеко в горах, чтобы тебя никто не нашел. Через несколько десятилетий нет. Если тебе повезет, то через несколько лет неудачница умрет, и ты наконец-то от меня избавишься. Ты бредишь. У тебя жар. Чудик, современные женщины такие дуры. Мы упорно отстаиваем самостоятельность. А потом плачем из-за одиночества. Чудик, почему ты еще не ушел? Ты мне больше не нужен. Тебе пора найти другое развлечение. Поторопитесь, у господина Хуна каждая минута на счету. Хорошо. Все в порядке. Не надо спешить. Мы очень вам благодарны. Я знаю, что многие хотят взять у вас интервью. Мы были невероятно рады, когда вы согласились. Мне нравится ваша искренность и серьезный подход к делу. Я уважаю ответственных журналистов. Спасибо. Готово. Господин Хун, если вы готовы, давайте начнем. Хорошо.
Конечно же, всем на меня наплевать. Алло, Синши. Дун-дун, давай вечером напьемся. Синши, пора остановиться. Вы уже напились вчера. Голова не болит? А вот и нет. Знал бы ты, сколько может выпить девушка с разбитым сердцем. Погоди-ка. Синши, вы в порядке? Если вам и правда так плохо, давайте выпьем. Какой же ты помощник, если не пытаешься отговорить меня от пьянки? Значит, прошлой ночью... Чудик, я не болела, зачем ты меня лечил? Еще и когда я была нетрезвая. Хорошо, даже если я чувствовала себя плохо, ни к чему было лечить меня так долго. Откуда я узнала? Ха, да я всего лишь в дурмане была, даже мумия такое почувствовала бы. Почему же я не могу? Чудик, не смей меня винить. Разве это была моя инициатива? Признай уже, что любишь меня. И усмири свою гордыню. Прошло больше 2 недель со дня смерти моего коллеги. Жизнь слишком хрупкая штука. Все мы когда-нибудь умрем. Главное, тебе сожалений. Вы прямолинейный человек, господин Ли. Пол части страховки не изменился. Нет. Значит, никаких проблем. С этого момента я буду вашим страховым консультантом. Если у вас появятся вопросы, звоните. Хорошо, спасибо. Если что-то случится, я непременно позвоню вам. Договорились. Спасибо. Спасибо. До встречи. До встречи. Интересно. Это просто его однофамилец? Ты посмотри, где он работает. Он полицейский. В новостях как-то говорили, что актрису Тянь Синши бросил офицер полиции Ли, с которым она дружила с детства. Бросил? Тогда почему получатель страховки? Разве я тебе не говорил, что они привязаны друг к другу с детства? Я видела его предыдущие страховки. В них всегда была указана Тянь Синши. Это так трогательно. Господин Цуй, взгляните. Если все в порядке, подпишите здесь. Спасибо. Получатель Тянь Синши. Телохранители, дворецкие... Он решил с их помощью держать меня подальше от себя? Чудовище бессердечное. Трогай! Давай рассуждать логически. Поначалу он думал лишь о себе. Но потом мы стали ближе. У нас появились чувства друг к другу. Перед чем люди бессильны? Перед смертью и временем. Но на него это не действует. Вполне естественно, что он медлит и тянет резину в отношениях. Так ведь? Синши, не заблуждайтесь.
Вам кажется, что засветил крохотный лучик надежды. Но когда вы пойдете на этот свет и поймете, что это обман зрения, вы еще глубже утонете в пучине отчаяния. Я уже и так тону. Хватаюсь за соломинку, но что, если на поверхности меня ждет лодка? Тогда мне остается пожелать вам удачи. И все же, Синьши, разве вам когда-нибудь улыбалась удача, а? Когда ты научишься думать, а потом говорить? Я же за рулем. Ну так, когда вы уедете? Точно не знаю. Предупредил заранее. Вдруг больше не будет возможности. Вы хороший человек. Наверное, многие будут по вам скучать. Тренер! Я не хочу, чтобы вы уезжали. Сяо Гуай, ты должен беречь свою маму, ладно? И тогда вы вернетесь? Машину! Скорее! Останови! Что случилось? Жди меня! Сяо Гуай, будь умницей. Я очень признательна вам за заботу. Даже не знаю, как мне вас отблагодарить. Ничего. Не берите в голову. Мама, ты можешь его обнять, точно так же, как обнимаешь меня, когда я помогаю тебе. Не говори глупостей. Давай! Ты опять меня преследуешь? А! Ты что, купил эту дорогу? Мне нельзя тут ходить? Похоже, тебе нравятся домохозяйки с детьми. У тебя ужасный вкус. Прекрати. Немедленно извинись. Извиниться? Лучше вспомни, что ты сделал вчера вечером. Цянь Синьши. Лин Цяо, эта девушка... кажется мне знакомой. Я просто мимо проходила. Простите, забудьте, что она сказала. Узнали, что хотели? Еще как! Он как поющая сирена. Ты идешь на прекрасные звуки его песен, а потом вдруг видишь перед собой звериную пасть, готовую поглотить тебя целиком. Думаю, что Лин Цяо даже не собирается вас глотать. Сдаюсь, сдаюсь. Трогай! Кого там принесло? Цу Лин Цяо? Я так понимаю, ты позвала меня, чтобы пожаловаться, что после вашей ссоры твой любимый переехал жить к твоему помощнику, так? Я позвала тебя поговорить, а ты читаешь эту третьесортную любовную чушь. Прости, это для работы. Этот роман хотят экранизировать. После встречи с Хун Шигуаном я должна встретиться с продюсером. Взгляни, называется «Несовместимость». Прямо про вас с Лин Цяо написано.
Я тоже думаю, что слишком хороша для него. С ума сошла. Я не понимаю, что он в тебе нашел. Думаешь, он правда меня любит? Послушай, для пары ссориться в порядке вещей. Ссоры только укрепляют отношения между влюбленными. Вы встретились уже несколько месяцев назад, и ты до сих пор этого не поняла. Тянь Синши, приди уже в себя. Как бы сильно ты ни была влюблена, разве можно терять уверенность в себе? Успокойся. Моя интуиция подсказывает, что Лин Цяо и правда тебя любит. Может быть, не уверена. Я очень сильно хочу, чтобы это было правдой. Хватит выдумывать глупости. Тебе впервые в жизни повезло встретить хорошего парня. Я переборщила. Значит, я должна перестать злиться и попросить его вернуться? Отличная идея. А в фильме нет второй женской роли? Лин Цяо, ну как? О вещах нужно заботиться. Ты не должен бросать их, где попало. Обещаю, что больше не буду. Сегодня ты будешь спать на диване. Лин Цяо, а ты надолго останешься, а? Уже хочешь от меня избавиться? Позволь тебе напомнить, что Синши пару месяцев хотела от меня избавиться, но так и не смогла. На этот раз я ушел сам. Но Синши не хочет, чтобы ты уходил. Завтра в 7 у моего дома. Что вы делаете? Проверяла, не сделал ли чудик с тобой чего странного. Он разбудил меня ночью и приказал убрать комнату, а потом отправил спать на диван. Сказал, что нужно выдавливать пасту с конца тюбика. А после предупредил, что все должно лежать на своих местах. По-вашему, это не странно? Это в его репертуаре. Синши, а когда вы планируете забрать его обратно? Он же не собака. Как я могу его забрать? Он теперь твой. Только не вздумай приставать к нему. Так он же вам больше не нужен. Даже если не нужен,
Я не позволю другим протягивать к нему свои похотливые ручки. Один осмелится, придушу одного. Двое? Придушу двоих! Каждый день у тебя должны быть свежие соки и молоко. Иногда готовь ему суп. Это полезно. И если он исхудает, пока живет с тобой, в следующем месяце я тебя уволю. Ах, да. Ежедневно докладывай, что он делает, с кем видится, что говорит, скучает ли по мне. И еще. Не смей никого приводить домой, особенно женщин, включая твою девушку. Хотя забудь, откуда у тебя девушка? Что-то еще? А еще не смей получать травмы. Этим лекарством могу пользоваться только я. Что? Шумиха после благотворительного ужина улеглась. К счастью, никто не пострадал. Да, повезло. Кстати, я дал интервью сайту о знаменитостях. И о нашей благотворительности обещали показать. Сегодня как раз начинается. Надо посмотреть. Загляни. Не забудь пошарить в соцсетях. И Тянь Синьши попроси всем рассказать. Вы актриса и можете в мгновение ока сделать популярным любой ролик. Конечно, без проблем. Не спеши. Еще осталось время до встречи с продюсером. Что случилось? Идите вперед. Ничего, просто не в то горло попало. Среда. Мой счастливый день. Именно по средам я случайно встречаю госпожу Ся. Представите нас? Не надо. Здравствуйте. Я наслышан о вас, господин Ячень. Якобы вы новый парень Ся. Здравствуйте, господин Хун. И я о вас наслышан. В прессе часто говорят, что вы якобы жених Ся. Мы с Ся обычно приходим сюда вдвоем. И очень редко встречаем друзей. Составите нам компанию. То есть господин Хун не против сидеть за одним столом с якобы парнем своей якобы невесты. А вот я не горю желанием сидеть рядом с якобы женихом моей якобы девушки. Кажется, между нами нет никакой разницы. Есть. Мне нравится Ся. И не нравится, что она сидит за столом с другим мужчиной. Я знаю, что ваш брак фальшивка. Но не могу перестать ревновать. Меня сейчас очень ждут. Простите. Это было невежливо. Извини, но похоже тебе это понравилось. Да. Мне нравятся мужчины, которые берут быка за рога, а не отсиживаются в кустах. Лин Цяо, принести воды? Да. Лин Цяо, чем занимался сегодня? Кое-кого искал. Своего врага? Ты хочешь поскорее меня отсюда спровадить? Нет. Я просто спросил. Хотел узнать, не нужна ли тебе моя помощь? Дун-дун. Можно ли как-то найти человека по фотографии? По фотографии? Дай подумать. Точно.
можно разместить фотографию на сайте, придумать к ней душераздирающую историю и ждать реакции интернет-пользователей. Так мы сможем быстро его найти. Очень быстро. Конечно. Если придумать хорошую историю, может, и часа хватит. Я так скоро покину Синьши. Лин Цяо, если не веришь, давай прямо сейчас попробуем. Забудь. Если это попадет в интернет, он все узнает. Я сам его найду. Лин Цяо нашел фотографию. Лин Цяо уже откопал фотку. И даже мне не сказал. Знать его больше не хочу. Нет, нет, нет. Неудивительно, что он говорил о том, что будет после его ухода. Я запрещаю тебе помогать ему. Лин Цяо отказался от помощи. Кажется, он не спешит. Не спешит? Свобода, объятия, поцелуи. Что бы еще написать? Ты так усердно посты строчишь в последнее время. Ничего другого не остается. Мой фан-клуб растет очень медленно. И я должна как можно больше с ними общаться. Как же еще можно стать звездой номер один? На самом деле ты мечтаешь увидеть особенного поклонника, так ведь? Нет! Он же твой главный защитник. А я и не говорила, что это Лин Цяо. Мы можем нормально общаться! А где Дундун пропадает? Хотела угостить его чаем с молоком. Ему поручено важное дело. Давай сделаем фото, и я размещу его. И мы проясним недоразумение раз и навсегда. После я тебе сама чайку заварю. Давай. Раз, два. Синьши, если вам нечего писать, лучше не пишите совсем. Мне сегодня звонили, сообщили, что ваш аккаунт сломали. Это демонстрация любви. Для привлечения фанатов, ясно? Но это очень глупо. Лин Цяо не включает ноутбук. У меня нет новых фоток. Я могу запустить только обувь. Фанаты будут думать, что мы расстались. Но вы же ни одного совместного фото не выкладывали. Помощник Фэн! Вы больше не хотите на меня работать?
Ваша компания занимается благотворительностью на протяжении многих лет. Как вам удалось убедить совет директоров в необходимости реализации благотворительных программ? Заботиться о нашем обществе – главная задача нашей компании. Мы взяли этот курс еще до смерти моего отца. Основатели компании, новые директора – все это понимают. Вы упомянули основателя компании. Ваш двоюродный брат Хун Шилун является одним из них. Он многие годы не участвовал в заседаниях совета директоров. Поддерживает ли он вас в вопросах благотворительности? Действительно, мой брат не участвует в заседаниях. Раз он передал права совету директоров, значит согласен со всеми решениями. Хорошо, что ты был на благотворительном банкете. Иначе я больше никогда бы не увидел Синьши. Как только я отомщу своему врагу, Цянь Синьши больше ничего не будет угрожать. Но, Лин Цяо, ты правда бросишь нас с Синьши? Начали! Ты ведь не любишь его. Ты просто не хочешь, чтобы он был со мной. И что? Раз он мне не достался, то и тебе не достанется! Снято! Синьши, твоя игра прекрасна. Превосходно с первого дубля. Принесите себе лед. Давайте, быстрей, быстрей. Ся. Давай я помогу тебе. Получил удовольствие, ударив меня? Не сердись, я была не права. Сама же сказала, не веришь в мой актерский талант и велела ударить по-настоящему. Пойдем, пойдем. Мне больно. Ладно, успокойся. Ну же. Залезай. Не убирай, там все еще отек. Если бы знала, потребовала дублера. Зачем только ругалась с режиссером и упрашивала взять ее? Просто бесит. Мне сегодня еще на прослушивание идти нужно. Это экранизация книги? Я пойду вместо тебя. Ничего лучше не придумала. Если помешаешь моим пробам, я устрою тебе сладкую жизнь. А у тебя сегодня отличное настроение. Вы помирились с Лин Цяо? Нет. Ты в порядке? В порядке. После работы у меня прослушивание. Потом поужинаю и приду к тебе выпить. Решено. Синьши в последнее время странная. Она такая довольная, словно ей на голову мешок с деньгами свалился. Лин Цяо, ты меня вообще слушаешь? Ты ищешь информацию о Хун Шилуне. Делом займись вместо того, чтобы чушь нести. Ищу. Но о нем ничего нет. Абсолютно ничего не нашел. Так и знал, что информатор из тебя никудышный. Спокойствие. Только спокойствие. Ты не можешь ему врезать. Спокойно. Вдох, выдох. Лин Цяо, тебя нисколько не заботит Синьши? Я не имею к ней никакого отношения. Какой он бессердечный. Только не лапшу. Синьши сказала, что от нее потом твой труп будет медленно разлагаться. Я приготовил уже еду. Загляни в холодильник. Лин Цяо, ты сам это приготовил?
Мне неудобно тебя обременять. Вот и решил хоть чем-то тебя отблагодарить. Лин Цяо. Попробуй. Вкусно? Синьши очень нравится. Вкуснота! Отлично. Когда будет свободная минутка, сделаю еще. Спасибо, брат. Дай-дай. Что? Он приготовил тебе еду? Да кто ты такой, чтобы он готовил тебе? Синьши, думаете, я хотел это есть? Это самая худшая пытка. Я съел полную тарелку. Думал, что скоро копыта откину. Что я сделал не так? Почему я должен есть эту гадость? Ладно, ладно. Ладно тебе, успокойся. Не плачь. Не принимай близко к сердцу. Из всего, что он готовит, кимбап точно не вызывает пищевого отравления. Синьши, он и вас травил? Конечно. Ночью ворочаешься в постели, и кажется, что твой живот в трубочку сворачивается. Что с тобой? Что у тебя болит? Скорее едем в больницу. Наверное, я отравилась. Мне очень плохо. Но ты не должен себя винить. Мне не нужно твое особое лечение. Я должна сохранить свой третий поцелуй для своего парня. Она так счастлива от того, что у нее живот крутило. Она очень странная. Если так будет продолжаться, я тоже таким стану. Сялин Ли? Нет. Съемки скоро закончатся, у меня не было времени поесть. Хорошо, я подожду тебя. Сходим куда-нибудь? Сялин Ли, не приходи. Ладно. Профессор Ли, Ячень, встретимся в кафе возле моего дома в 10. Не звони мне днем. Вызываемый вами абонент недоступен. Повторите попытку позже. Способность к быстрому восстановлению этого типа генов не может объяснить деление клеток и сильную жизнеспособность. Мне удалось найти его слабость. Прошу, просмотрите мой отчет. Неизвестный номер. Да. Мне не нужна его слабость. Мне нужен способ его уничтожить. Я работаю над этим. Необходимо больше образцов крови. Профессор, вы уже получили две пробы. Не смейте торговаться со мной. Простите, простите. Я еще мало знаю об этой форме жизни. Мне нужно больше времени и материала. Но у вашей дочери нет времени ждать, пока вы закончите свое исследование. Можно я позвоню жене? Конечно. Вы же не пленники какие-то.
Я привезу еще один образец. Не разочаруй меня на этот раз. Коллекционер готов прийти, но он никогда не слышал о вас в кругах антикваров. Вы назвали очень внушительную сумму. Он надеется, что за вас есть кому поручиться. Хорошо. Когда состоится сделка? Как только вы приготовите деньги. Давайте сейчас. Цуйлин Цяо. Здравствуйте, Лин Цяо. Прямо сейчас? Если бы ты была мужчиной и прожила 500 лет, я бы тебе понравилась? Нет. Если бы бывший твоей подруги, который тебе нравится, преследовал тебя, ты бы дала ему шанс? Да. Придурок Ячин тебя преследует? Он заявил моему жениху, что я ему нравлюсь, и предложил мне встретиться после работы. Стоит согласиться. Ну, конечно же! Что ты ответила? Конечно, ничего. В этом мире много мужчин. Зачем мне бывший парень моей лучшей подруги? Но, если честно, он как раз в моем вкусе. Shut up.